Из зерен мастерства в дерево ремесел этнокультурный центр провел завершающие в этом году мастер-классы. Один из них вела именитая рукодельница из Мурманской области. О том, что шили хранительницы северной культуры, расскажет Илья Сахаров. Бисер как символ зерен мастерства, а в руках народных умелец зерна превращаются в дерево ремесел. У каждой оно свое. Первый день мастер-класса посвящен заготовке составляющих для сумочки из кожи оленя. Когда выкройка готова, умелицы приступают к вышиванию украшения. Работа с мелкими бусинками довольно кропотливая и требует максимальной сосредоточенности. Занимаюсь бисером впервые именно вот этой технологией вышивки. Да, трудно, но справляемся. Мастер помогает и объясняет все. С бисером я работаю впервые, с вышивкой бисером. Поэтому для меня, конечно, это немножко сложно. Но благодаря тому, что все профессионально так объясняется и такая атмосфера хорошая, поэтому проблем вообще не возникает. Многие рукодельницы в клуб народных ремесел «Мелне» идут из-за сложившейся там атмосферы. Творчество одновременно и успокаивает, и заряжает невероятной энергией. Тем более, когда мастер-класс дает именитая гостья из Мурманской области. Рукодельницу в ярком национальном костюме, кстати, полностью вышитом бисером, зовут Елена Яковлева. По национальности мастерица саами, является одной из немногих хранительниц культуры этого северного народа в нашей стране. Ее работы выставлялись во многих музеях России, Норвегии и даже Японии. Наринмар талантливый мастер приехала во второй раз. Говорит, для нее такие встречи – способ учить и одновременно учиться. Когда ты передаешь знания, ты сам обогащаешься. Почему? Потому что ты приезжаешь к людям в незнакомое место. Ты людей не знаешь, в принципе, детали их. Общее что-то, может быть, догадываешься, а детали их жизнедеятельности ты не знаешь. И тем самым ты видишь, как бережно они относятся к своей культуре, как они ее берегут, как передают другим своим поколениям. И в результате ты сам понимаешь, что и твоя культура бесценна, и твоя культура красивая, хорошая, и твой язык также интересен. И безусловно, начинаешь сам всем этим обогащаться. Такой обмен опытом важен еще и потому, что между собой общаются хранительницы культуры двух северных народов – ненцев и саами. Межрегиональное культурное взаимодействие между культурами рождает очень много идей для мастера, очень много мыслей и, конечно, самые огромные возможности. Потому что, не отходя от своей собственной традиционной культуры, можно представлять себя в новых проектах, в новой работе, именно в работе с данным материалом. Пошив сумочки для рукоделия стал завершающим в этом году мастер-классом в рамках проекта «Из зерен мастерства в дерево ремесел». Он реализуется на территории НАО уже 7 лет. Умелицы этнокультурного центра также провели мастер-классы в Индиге, Оме, Неси, Коткино, Харивере и Харуте, а также в других населенных пунктах. Илья Сахаров, Алина Вучийская, Леонид Шишелов, телеканал «Север».